Опа, известие. 917 года. Не, это выпуск. Сы. А какой? 30 декабря 74 год. Офигеть, вообще известие. Слышно, надо ее забрать, почитаем в дороге, когда на заправку заедем. Интересно, смотри, Ленин. А ну. 74 речь год. Товарища Подгорного. Ну, вы помните, я тоже помню еще. Но вы лучше помните. Да, братская семья народов. Смотри. О. Это шок вообще. А награждение Таджикской Советской Социалистической Республики орденом Октябрьской революции. Октябрьская революция, да. Обалдеть вообще. Руслан, это мы обязательно почитаем на досуге. Почитаем на досуге, забирай. Так, я тебе нашел книгу Фельдшер-акушерка. Пятый месяц 88 года. Мало ли, смотри. Мало ли, что в дороге. Это, кстати, от этого съемное, оно от желтого, это зеркало. Ты думаешь, мы по дороге будем... Зеркало съемное. Принимать роды? Ну, мало ли, что я возьму. Может... Ну, поприкалываться. Может, что в дороге, непонятно. Будем читать. Кем ты будешь? Я возьму тоже тебе, почитаешь. Блин, 65-й год со звездой целенький. Макс говорит, давай этот попробуем. Ну давай уже, пока мы тут. А второй аккумулятор мы не брали? Нет. Ну он-то и не нужен, сейчас мы тот возьмем. Там настройки собьются. Ты радио выключи? Да. Слева, слева. Интересно, заведется или нет. Должна быть Нева уже, Макс. Ты понюхай, там запах же у нее резкий, у БСК, блин. Не, никакой, не резкий. Значит, Нева. Должна Нева быть вообще уже в этом. 84-й год уже БСК. А возьми тряпку, окуни какую-то туда. И дай мне понюхать. Черт, похоже на БСК. А БСК я не взял, я что-то был уверен, что здесь уже... Там, а ну дай я еще. Я смотрел, что есть своим пальцем понюха. Вот бутылочки. И мы можем еще БСК найти здесь. Ретро-тряпки. Да, тут захламленность сильная. Ну сейчас выкатим там, разберемся. Ну, скажи. Что здесь может быть, спрашиваешь? Да. О, перчатки есть. Ух ты, смотри. Что это такое? Гвоздики. А здесь интересно. Тоже гвоздики. Тоже гвоздики. Чуть побольше, наверное. Ну и побольше. У дедушки все. Глянь, все по коробочкам. Да. Это мне тоже моего деда напоминает. Да, да, гвоздики. Вон. Да. В дороге возьми, может. Может погоня, если будешь рассыпать. Та, где? Та это не компрессометр. Компрессометр? Компрессометр. Охренеть вообще. 16 атмосфер. Ретро. Ретро. Так, рукавицы тоже ретро нам выдали. Сейчас будем бороться. Да. Дефициты. Это уплотнители такие. От чего это? На багажнике может такой быть, да. Я у одного деда на втором этаже нашел ружье. И, наверное, 30 патронов. 2 ящика пороха. Да? Да. Здесь же... Короче, надо искать, блин. На чердак полезешь? Короче, да, нашли этот, вызвали военкомат. Документы, там не, да, ничего было, не осталось. Да, было, да? Да, да, да. Нашли, нашли. Копали туалет, нашли бойца. Противотанковый ров как раз был. Так, не, я рядом хотел, чтобы, ну, спустить это все, чтобы не вытаскивать его, а спустить, пробить его. А. Перед тем, как бойца найти, он откопал этот, ну не станковый, а вот этот, знаешь, пулемет. А, Дегтярева. Да. С диском который. Я говорю, куда ты дел? Тут? В туалет утопил. Я не верил, я думал, ты где-то спрятал. Так мы же посмотрим. Да что смотреть. Мы же откопаем. Ёлки-палки. Где ты, Макс? Я ж это самое, я ж нюхом чую. Что нашел? БСК? Не, что это? Что тут это самое? Залежи? Можно найти. Что пуль? Угодно. Там пулемет, я уже знаю, где лежит. Ну, я тебе зашел. Вот и привалим где-то. Ну, мы вроде все просмотрели. Короче, надо вызывать юрца с металлоискателем и пройтись тут.
пусть на поезд садится, мы будем ждать здесь. Так, накачка колес, третье колесо. Автоочиститель двигателя. Ого, хорошая вещь. Очиститель двигателя, это что? Но это наружно мыть двигатель. Снаружи мыть. Чтоб красивый был. Минхимпром Союз Бытхим. О, круто, ну у нас любили назвать. Мама, знаешь, где работала? В проектном институте. Укргипропромсельстрой. Ну, это примерно из той же оперы. Предназначался для очистки от нерастворимых в воде загрязнений двигателя и агрегатов автомобилей, мотоциклов, катеров и других машин. Ну, логично. Чистотел тут растет. Да, тут попа, велосипед ретро. Стул почти новый. Можно взять. Велосипед Аист. Пожар был. Да. Что там, Макс? Макс кричит. Вот оно. Лобовое? А у Горбатова же лобовое и заднее одинаковое, вы знаете? Не знаю. О них одинаковое. Да, есть стеклышко с уплотнителем, класс. Это, наверное, стекло. Канистра с чем-то. Там канистра с чем-то, какой-то мочмалой, дед-любитель был. Может, бензин? Не, бензин я отдал. А он еще канистра 20. То же самое, она... Непонятно с чем. То ли масло, то ли... Я понял. Отработка. Бегу, Макс! Я нашел омыватель, смотри. А, нашел оригинальный омыватель. Да. С Горбатова. Это тот? Да, это он. Чуть-чуть потрескан. Да нет, это не он, наверное. Черт. Не, он, да, он да хомут. Он. На, лобовое это выпадает. Ну, держишь? Да. Вот это мы попали в царство прошлого. Сейчас, нам надо, чтобы эта машина поехала. Он, да, оригинал? Конечно, оригинал. Омыватель. Макс, флиппера нашли, Макс. Это... Ну, они уже, конечно, изношены. Это белое, этот, на... но оригинальное. Вот сюда флиппера нашли, смотри. Ну уже они, конечно, подустали. Да, это от времени. Надо. Да. Три? Ну, три. Сколько на? А вот это не знаете что? Это какая-то облицовка. Печки. О, а то ремень на это надо, чтобы по дороге может порваться. Так, Макс говорит, отсюда подать туда. Как же я тебе подам? Ты не достанешь, блин. Давай лезь. Ну как я? Наш лан. Пробуй ты, может, чуть подлезь, я уже не пролажу. Мне сложнее передвигаться. На, а ну, руку тяни, достанешь уже. Так, колеса тут только накачать, проблема. Слышишь, мне нравится вот эта баночка. Авто. Со смазкой 1.13. У деда была точно такая в гараже, блин. Вообще, как вроде... Говорю, как будто... Попали в детство, да? Попали в детство вроде. Канистры такие были, пятерочки железные. Сейчас попробуем этот запустить. Конечно, тут времени мы потратим много, но потихоньку волна загрузим, выедем. Столько раритетов нам дали. Стереосистему какого-то 60-го года, наверное, или 50-го. Стереосистема какого года? Это, патефон. А вот это точно даже не отца, а моего деда. Деда вашего? То есть это какое-то начало это века, 50-е, да? 50-е года. Или раньше, может. Это даже да, не патефончик. Я нашел, кстати, у отца тоже от деда. Фотоаппарат. Да? Мы вычислили по объективу, что он выпускался до 35-го года. Обалдеть. Вот это раритет. Потому что... Нашли там именно такие объективы, написано было. А, я понял. Это в интернете. Выпускались, а потом они стали другие объективы. Такое все компактное. То раньше есть... гараж был, да? Если бы Жигули купил, уже не влезло. Да нет. Волга точно. Тут строго под Запорожец, под Горбатый как раз гараж хороший. Сначала был этот. Ну да, стоял. Понятно. Когда уже тот приобрели, ну, видно, отец же там примерялся.
влазит, ну и слава богу. А этот уже стал упустить. Когда надо было выехать на парадно-выходной, он этот откачивал, закачивал сюда. Сюда? Да, сюда. Этим выезжал. Только горбатый мог влезть. А горбатый ручка, легко. Ручка в идеале. И все, родные карты. Карты родные, Макс. С карманами. Йод? Йод? Так. Йод, конечно, в случае... Йод? Да. Оригинальный. Да, в случае ранки сразу обработал рану. Смотри, тут есть мечик. А, нет. Опа, что это оно, да? Не знаю. Мыло какой-то обязательно. Ключ. Короче, все есть там. Гармония колесики тоже. Смотрим на него, говорю, Макс, вот прикинь, когда он новый был. Как оно все работало идеально. Все. Все целенькое. А он еще один. Да, да, кривой стартер. Да, это я был. А еще, там еще и там еще. Три кривых стартера у нас. Нет, ну на этот тоже заводится так же. Что, ты качаешь бензин? Ну это если это заведется, это будет вообще... Шок, да? Шок для меня. У меня дело в том, что я сначала по своим продавал. Мне говорят, вот это за это заинтересовали. Говорят, нам надо в принципе... Ну, я качаю бензонасос, и машина дергается, смотри. Да, качается, да, да. Говорит, мотор. Нам надо мотор, блин. Да, машина не нужна, он, да. Говорит, сколько не ездили? Я говорю, ну лет 7 год. А он там, он все сел, уже, да. Сел, да. Он взял и завел. Я обязательно на работе скажу. Так, я ребята, вам, мы вам ссылку бросим на видео, посмотрят. Пусть. Макс, эти оригиналы тоже такие. Не с логотипами. То, что он грелся, Макс. Здесь? Ну да, и все, вот я, надо его разобрать. Он весь в масле, надо его, конечно, почистить от масла. Разобрать. Но надо... масло беленькое, да? Да, вот. Масло надо светлое. Бросаем. А, он, наверное, не, он на бок, наверное. Не переворачивался? Нет. Вот оно видно. Потому что они... По крыше не видно, чтобы переворачивался. Я смотрю, вот, по смотри. Крыше вроде не видно. Да, да, я вижу. Грелочка родная. А это вот это омыватель? Да, это омыватель. Оригинальный, да. И там хомутик, чтобы крепить же все. Так, давай. А там, слышь, доска это тоже оригинальная, Макс, похоже. Она там с ремнем даже. Ну, конечно, оригинальная. Я ж тебе за что и говорил. Так, радио не заработало? Радио пока нет. А не, заиграл телефон зато. Пробуй. Давай. Я, конечно, с этим шоком. Шок куда уже кинуть. Вот. У меня еще второй ключ от двери. Опа, дворники, глянь, заработали, все заработало. Дворники все. Выключил. Все. Что, пробуй? Давай. Этот. И крутится. Это, конечно, наверное, сложнее, хотя... Все может быть. Может, перелил? Попробуй. Вообще родной мотор, 22 силы первые были. Вот это. Что, было что-то? О, бендикс. Нифига себе. Бендикс проскакивает. А, хочет схватить, да, Леша? Да. Ручкой. Ну, сейчас он так.
Как раннее зажигание. Да, да. А можешь чуть поднять? А ну давай. Давай. Да. А ну-ка. Она была? Да. Вот ее туда. Да. Давайте попробуем ручкой. Не-не, я там все сделал как надо. Да, да. Так, Макс. Так, а куда ты делал раньше, позже? Сюда? Ну это раньше типа еще, а то позже. Ну, оно там. Скрубы посмотреть, конечно. Бензин есть ли нету? Не, бензин уже есть, я чувствую, что. О! Обалдеть вообще, вот он исторический момент. Это уже что-то сгорает, какое-то топливо. Да, да, топливо дошло. А, 114 пробег. Оживает. Тяжело, нехотя, но продолжает. Начинает оживать. Подсос заскакивает сам или нет? Держится? Все. Все почти. Там еще ж все закоксовано в карбюраторе. Постепенно нагревается. Сейчас поедет. А ну сделай паузу, пусть стартер отдохнет, Макс. Да. Что-то нужное? Это да. От полуосей. От полуосей запчасти. Запчасти. Полуоси, наверное, уже немало. На металломе, да? Да. О, это... Масляный насос, да? Да, масляный насос вот. Печечка, все в комплекте. Давай мы выйдем на поверхность. Да, да. Давай сейчас. Потому что сейчас сложно. Давай. Завожу это, чтобы выехать. Так, а сейчас можно вот чуть-чуть раньше. Сюда, да, Руслан? Раньше, ну типа да. Да, типа сюда. Потому что он уже хватает, а... Позднее. Да, из-за того, что оно... Все. Обалдеть. Фантастика. Работает. Вот такую технику делали, да? Че лампы не тухнут? Это шок. Конечно. А свет работает, а ну да. Свет.
Да, есть. Где-то массы там не хватает, ну, работает. Повороты! Повороты! Там рядом где-то? Нет. О, есть, есть! Поворот работает. Второй нет. Обороты меньше сделай. Блин, работает, ну конечно. Состояние не очень новое, но работает. Обалдеть можно просто. Да, Макс может завести что угодно. Знаю пока. Вообще бомба! Работает как новый. Да. Поезжай. Давай. Давай. Посмотрите, как работает. Холостые даже есть. Нам на лафет заехать надо. Посмотрите, как работает. Опа! Что ты? Заглушил? Да, да. Так, все работает. Перед тем, как ехать на таком автомобиле. Да, да, так с грязными нельзя. Нельзя. А порошок, дать тебе порошок Макс? О, Макс. Порошок Макс у нас есть. Порошок Макс. Одноименный. Мы сейчас порошком Макс. Порошок Макс. Максу помоем руки. И поедет на Горбатом. Да. И Макс сейчас поедет прямо на лафет. А ну, Руслан, солей. Открой пробку. Да, вот это номер. И даже порошок Макс. Это знак был. Да, это знак. Я, конечно, не попробовал. А, сцепление? Да. Вперед-назад. Сейчас попробую. Двери закрывай. А, стеклоподъемники опусти, чтобы ты не вспотел там. Работает? Работает все. С патефоном мне нравится. Да. С крыльями. Да. Да. Не ломай, не ломай. Вот, ну тут открылось. Ну я понял. Там. Без газа попробую оно на холостых. Почти. Залило. Думаешь? Да. Сцепление. Есть, поехал. Макс! Закрой такие. Больше не будем писать. Аккуратно. Задняя есть. Хорош, хорош. А, ворота откроете ему, может? Как тут узко строили, только под такую машину. Едет, блин, обалдеть можно просто. Тормоза! Да, выглядел он совсем грустно еще. Какой-то час назад безнадежно он стоял. Даже меньше часа. Сейчас на лафет сразу заедем. Задним ходом надо будет. Это шок просто. Это просто шок. Макс едет. Стопы работают. Где ты? Да, это неожиданный поворот. Тоже нету
Ну тут-то понятно. Надо, да. Тут надо как можно уже, да? Да, тут поуже надо. Да, не, заедет нормально. Так, вот, Руслан. Да, да. Так как стоишь, в принципе, нормально стоишь. Подожди, Макс, стой, стой, стой. Переедь надо на 10 сантиметров в ту сторону сместиться, да, чуть-чуть буквально. Хорош. Все, ровно теперь. Все, поехали, нормально. Ровно руль ставь, ровно руль. Тяжеловато будет заехать. Но Макс сможет, я думаю. Да, да, хорошо идешь. Блин, обалдеть, сцепление работает. Стоп, 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 вправо руль, вправо руль. Давай. Еще, еще, еще. Вправо, вправо, вправо. Да, 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 едем, едем, едем. Да, вправо, вправо руль, вправо руль. Глянь, есть брусочек. Право руль и назад. Право руль. Давай, давай, давай. Едь, едь, едь. Тут по лапету можно кататься на нем. Едь назад еще, Макс. Да, все. На лафете. Машина на месте. Лафет четкий. Как тут и была. Что ты нашел? Я говорю, если у нас не будет возможности купить еду, у нас есть леска. Леска есть. Там есть крючки. Ремешок вот какого-то питбуля можно будет. И все необходимое для того, чтобы поймать рыбу. Да. А потом шить, если у нас что-то порвется, шить нитками это все. Да блин, вот у людей раньше, да, было все в машине. В кармане причем, в одном. От йода. Поплавок есть? Поплавок есть, сейчас я тебе его покажу. Ого. А, нет, это кисточка. Кисточка, это покрасить можно машину, если да. В дороге она поцарапается. Вон, болт М8. Да. И фиксатор какой-то, смотри. Все, прячь, это нам еще тут разбираться долго. Тут если все перебирать, то мы неделю тут будем. Ключи вынимай, двери закрывай. Так, все, привязать, но это пока тут стоит. А, аккумулятор надо. Фиксатора вы на той двери тоже нету, да? Порвались. Это мы уже ретро-банда. А? Нет, второй. Аккумулятор сейчас желтый. Кузов должен. Такой дедушка молодец, наклепал клепанный кусок металла. Да? А что там с днищем, давай глянем? Вообще не ржавый. Не ржавый, да? Нет, смотри. Ну вот это вот снять. На лед? Да, на лед. Выкатим тот сейчас на улицу. Угу. Так, я попробую это. Вот как раз не, уже. Подожди. Не взяли. Стой. Чуть не сломал. А, мы же накачали колеса. Да, и да. Поднялось. И оно уперлось в полку. Прям как в этом словуте. Еще же этот, багажник. Багажник. Да сейчас надо выехать, а потом уже тут потом ревизию делать, помещение. Червяки 65-го года. Червяки не 65-го года? Не живут они. Будешь забирать? Чемодан. Елки, все тут есть. Чемодан у меня такой, кстати, где-то тоже от кого-то смотри, достался. Смотри, бугор, чтобы рыбу доставать. Багорчик, да. Да? Багорчик, да. Это багорчик. Это уже выкинуть. О, смотри. Поплавок. Нет, поплавок. Это не поплавок. Грузило. Не поплавок, а это от удочки зимней. А. Да, передок, да. Все, оставляй на рыбалку. Вот это моего деда. Вот это, да? Это уже моего деда. Так, что?
камеры нам 100% понадобятся. Дорога дальняя. Камеры, они же не грепаны. На что не грепаны? Хорошо. Ну, не знаю, вон еще одна. Так, это все уборка. Опа, известие. 917 года. Не, это выпуск. Сы. А какой? 30 дик, 74 год. Офигеть, вообще известие. Слышно, да ее забрать, почитаем в дороге, когда на заправку заедем. Интересно, смотри, Ленин. А ну. 74 речь год. Товарища Подгорного. Ну, вы помните, я тоже помню еще. Но вы лучше помните. Да, наконец-то. Братской семьи народов. Смотри. О. Это шок вообще. А награждение Таджикской Советской Социалистической Республики орденом Октябрьской революции. Октябрьской революции, да. Обалдеть вообще. Руслан, это мы обязательно почитаем на досуге. Почитаем на досуге, забирай. Так тут много вон есть, что читать. Так, теперь давайте. А, тут из-под колес что-то убрать, там вон тоже запчасть. Вон, уплотнители тут валяют. Мы все это сейчас берем. Стеклянно. А ну, это шланга. Видно. О, шланга, то, что надо, высокого давления. Да. Руслан, я, короче, я в таком шоке, что я даже не знаю, что снимать. Я все сниму, катаюсь. Поскорей, поскорей. Я боюсь что-то пропустить, какой-то исторический момент, но вроде все в кадре пока. Давайте попробуем, может быть, она едет. Ух, как дверь закрылась. Слышали, как новая? Работает. Так. Макс, сначала по прямой. Вот эту дверь надо. Да ничего. Там, сейчас, вот это. Подожди. Тут упирается в это кольцо. Давай так. Давай, 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 ничего страшного. Да. Стоп. Что там? Лопата какая-то. Куда попала? А чуть-чуть назад можно? Могу. Вот так. Это. Хорош, 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 хорош. Как же ее достать? А где? Да вон она, маска. Маска. Маску достань там. Прямо по... Да, да, под колесами. Я сварщик. Забирай, будешь варить. И ничего-то там такое. Макс, подожди, тут я уберу еще. Да уже можно его поворачивать. Не-не, надо поворачивать рано. Пока не вижу. Там же на руле, под рулевой. Ну, на руле, как в Жигулях включается свет. Пока ничего. Давай по прямой пока едь, прямо, вот так прямо едь, не крути. Стоп, стоп, подожди, стоп, 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 я еще уберу тут. Влево, вправо давай выворачивай. Закрылся руль, да? То, что я и говорил. Блин, с замком, конечно, проблема. Ключ не заработал, Макс? Да, это... То еще будем сейчас на Горбатом ехать, а этот на Лафет придется завозить. Не, он такой, ключ как будто не отсюда. Да. С замком проблема. У меня в Discovery ВДшка есть. Ключ, ну от дверей подошел. О. Починил? Макс починил все-таки ВДшку. Ключ я начал крутить. Да, да, ну повернул ключ, замок началось. Ну, он родной, просто что-то там. Закисло все-таки. ВДшка спасла ситуацию. Так строили, конечно. Уже Жигули не купишь. Не, не проедет. Волга проходила. Да? Да. Сигнал должен быть по центру. Вот он оригинальный. Сигнальчик есть. Так, молоточек у него. Сейчас он достанет полный набор. Опа, опа, опа. Справочка. Что это такое? Александр Николаевич, это вы, да? Ага. 58-го года.
пулевая стрельба. Да. Спортивный разряд, второе место. Да, вы занимались? Я до кандидата. До кандидата, да? Видите, тут вся ваша жизнь в этом Запорожце. Почти. Ну и в доме фотографии. Фотографию уж заберите. Я до сих пор новый. Макс делает, да? Да. Делает предохранитель. Говорю, а, ты на ручнике, кстати, сними с ручника. Я уже снял. О, зарядка появилась. А, нет. О, ускоритель работает. Холодный просто. О! Есть одна ближняя, одна дальняя. Вот выключил. Да. Смотри, вот это дальний, есть? Да, это дальний правая, ближний левая. Одноглазый. Да. Починил? Так, только надо запомнить, как оно должно быть. Вот этим две. А здесь вот надо чуть-чуть контакты подогнуть, потому что они немного где-то за... Зависают. Угу. Блин, какой потолок, слышишь, вообще новый. Просто новый. Опа, нашел. Рубль советский. Он, кстати, стоит. Да. Так, ладно. Где же это самое? Где юг? Юг? Вот эта стрелка должна показывать на юг. Ты прикинь? Работаем, да? Ложечка. Что, это советская еще, думаешь? Да. Конечно, да? Текстолитовая ручка. Ваш? Не, но... Анекдот? Про Запорожец? Да. Ну, значит, голосует, чтобы кто-то на... Горбатый заглох, да? На веревку взял его, дотащил. Ну, подъезжает, мэр тормозит. Что тебе? Да вот надо, дотащи меня. Он его на буксир? На буксир, на веревку, и погнал. И что-то так, его БМВ обогнал, а он, ах так, и давай за этим БМВ. Гаишник что-то стоял, потом бух, эти пролетели, он к старому подходит, что я видел. А этот уже Запорожец, не гони, по сигналам давит. Фарами мигает. Да. Короче, говорит, что я видел. Говорит, пролетает БМВ, скорость 130. За ним этот... Мерседес. Мерседес, тоже 130. А сзади Запорожец моргает фарами, уступи дорогу. Все, все работает. Починил? Только зарядки нет. Вправо руль. Да оно может не показывать, Макс, просто могло залипнуть. Так, давай, идешь, подравнивай по чуть-чуть. Руками? Потому что он как-то резко так берет. Да, да, он же подхватывает. Поршень. Это что? Это... Рыбалка? Не-не-не. Запчасти? Рыбалка. Это что-то такое. Это рентген, похоже. Чей-то? А вот... Вот это похоже на полировочные, войлочные. Круги. Не круги, по-моему. Так, ладно, ну, давай, короче. Общем, сосредотачиваемся на поисках БСК и запчастей. Вот тут какие-то эти. Стекла. Слабового. Это слабового, да? Да. Да. Он потресканный, конечно. Ну. Он не подойдет. Автополитура. Это что такое? Не знаю. О, выбойки. Бензин для зажигания. Смотри, бензин для зажигания и чистки одежды. Что значит для зажигания? Клей, бензин. Обалдеть вообще. А это что? Датчики. А вот тоже, наверное, это тоже какая-то уплотнительная. Да.
Да. Вот, а вот уплотнитель тоже. Это дверной, а это на... Это привод спидометра. Привод спидометра, да. Прокладка поддона, клапаны, все тут есть. Масло для гипоидных передач. Да. Берем? Да. А вот сколько всего тут, елки-палки. Так, а вот БСК, наверное. А ну, Макс, смотри. А, нет, обзор. Макс, обзор. Вымыватель. Это что, я такой когда-то покупал, да, я помню. В 90-е еще он был. О, а тут, оказывается, металлолома еще. Оно под этим стоит. Короче, мы купили у вас гараж слепую, а тут что найдем? Это А вот это что, посмотри, а ну почитай. Это смывка старой краски. У моего отца вот. Слышь, а книги, может, там есть по этому книжки? По эксплуатации? По эксплуатации. Может быть. Просто пленка. Просто пленка, наверное. Да, на проставочке. А это вот с этого запорожца, там одной не хватает. А надо? Да, прогрела. А это куда расклад? Не знаю. Непонятно. Это может быть. Раскладушка в рабочем состоянии, чтобы мы могли... Смотри, даже защелка, которой в принципе уже нигде нету, она здесь есть. Обалдеть вообще. Целая, да? Целая. На заднем сиденье? Да. Вдруг в дороге устанем поспать лечь. Осторожно, не поцарапай машину, Макс, Макс. Сиденье. Потолок не поцарапай. Какая-то одежда новая. Плавки, наверное. Да. Это руки вытирай. Уплотнители еще. Книги надо перебрать еще. Вот какие-то ремни. Ремни нужны. Спасательный круг. Это ваш, наверное, да? Детский. Вот такие ремни. В кульке еда какая-то на стене висела. Хорошо. Не знаю, что для дверных сильно большие. Да это... чего? Это да? Дверные петли. Понял? Да, да, я понял. Вон что-то еще. О. Смотри, какая вещь. Что это такое? Ну, не знаю, похоже, это какое-то машинное. Да. Да нет, там что-то штуцер подходит. Проставку можно сделать. 639,7. А вот смотри, что я нашел. Смотри, какая вещь. Это похоже на гранату. Гиря. Нет, это груз. Груз, да. А, груз в лодку. Да. Надо тебе? Конечно, я ж лодочник. Вот это вот похоже на уплотнитель. Смотри, новенький просто. Может. А вон какие-то уплотнители. Мы и автомобиль. Смотри, журнал, статья лежит. Мы и автомобиль. А ну посмотри, что там. За рулем. За рулем, да? Да. Год выпуска 84. Ёлки, ровесница машины. Бросай в салон. Почитай. Почитаем в дороге. Время будет. Блин, знаете, как интересно в историю вникнуть в эту, этой машины, этого состояния. Так, пластид. Пластид? Да. Так он рванет, не бросает. Конечно. Что, серьезно пластик? Ну вот, да. Пластик. Пластик. Смотри-то, тут шашка тротилова разнесет все здесь. Давай быстро уедем. О, тогда. Еще одна. Еще пластик? Нет. То орехи там или что? Можно вылепить член, форму члена. Не надо. Реально пластик? Павлу отдадим. О, тут даже написано. Гер... Так, книги. А, герметик, может. Или пластид. Наверное, герметик. Вот, это что, Руслан? Наука и суспильство. Журнал вижу. Опа, то что-то непонятное. Мовильник. Мовиль, да. Что это такое? Это этот самый, как он называется? Текстолит? Не-не-не. А, платы травить. Плата, да. А это что? Это уже было вместе. Ну, давай посмотрим. Чтобы вы случайно в костер не кинули.
Я пластит? Да. Потому что еще как рванет. Асбест. Какая-то тряпка. Ух ты, фотографии. Фотографии. Вот. Смотрите. Отдыхали раньше люди. Да. Черное море, Кавказ, 50-й год. Это деда, наверное, да? Это да. Советский Кавказ, 50-й год. А у меня, кстати, у бабушки, дедушки тоже такие же точно фотки. Также подписаны. И те же места, похожи, да, Пятигорск. Сочи. Сочи, Сочи, да. Дендрари. Обалдеть. А вы похожи, смотрите. Руслан. О, а ты знаешь, что это такое? Да, это с передней. Да. Это передний рычаг. Да, передний рычаг. Передний рычаг. Еще и целый. Четыре камеры еще. Живых. Камерами мы обеспечены. По камерам доедем точно, я понял. Все молнинги, все целенькое. Бампера. О, вон он, багажник. А это точно от Горбатова, да, багажник? Да, 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 да. Багажник от Горбатова. Сразу прикрутить его. Будет ехать на нем. White Spirit. Близко уже, близко. White Spirit. Блин, запакован. А, не, половинка. White Spirit, это что? Вот это похоже. Концентрат порога в мобиль. Ну, полный. Забирай. Продам завтра. Так. Растворитель 651. Ух, это какой-то модный. Это под этот, под акрил. Киви. Этот самый, лимонад киви. Не, ну это опасно, мне кажется. Блин, столько всего. Щелочная политура. Не то. Слышь, я тебе нашел, какой у тебя размер ноги. Новые. Ботинки? Ботинки эти новые нашел. Я поедешь? Буду, я буду в них ездить на Горбатом. Да, блин, снимай, я не могу снять одной рукой. Руслан, я буду в них ездить на Горбатом. На Горбатом Максу ботинки. А твой размер? Мой любимый размер, а новые, смотри. Да новые в оригинале, это не с убитого ничего. Ёлки-палки. Офигеть вообще. Это, конечно, шок просто тут. Мы пребываем... Руслан, вот состояние эффекта. Уплотнители, чтобы растянуты, они, да. Чтобы они не залеживались. Растянуты висят. Дед молодец, конечно. С таким человеком было познакомиться поближе, да? Конечно, ну немного поздно мы приехали. Угу. Ключи, Руслан, ключи. Ключи забираем тоже. С дороги нам могут понадобиться. Сверла. Сверла тоже может сверлить, да. Будем в дороге. Ой, Макс, что-то. Что-то дефицитное нашел. Что это, Макс? Газету читай. Лампы. Не те. Клади назад. Вот тут, слышишь, я нашел еще кулек, смотри. Макс. Что-то в кульке дрова. Блин, дрова нашел в кульке. На распалку. Не то. Журналы. За рулем. На. Здоровье журнал, я помню его с детства. Дедушка с бабушкой мои выписывали. Наука и суспильство. Нам важнее БСК. Там, кстати, в углу вон тоже какие-то бутылки еще дальше. Так мы и ДОТ не можем найти, понимаешь? Трос спидометра новый. Из Горбатова или с этого? О, длинный какой. Ну это же у них коробка же сзади. Ну да. Дефицитная вещь. Не, клей не нужен. Блин, странно, что нет БСК при таком количестве всего. Угу. О, икона, смотри. Угу. Какого года? Написано. Термометр. Смотрел? У меня такой в детстве был, наверное. А ну покажи. Где-то я его видел, он висел где-то тут или. Лысый, да? Покрышка лысая. Вот это чисто Горбатова родная. Угу. Мы просто не нашли, не дошли туда, где оно... Где тормозуха стоит? Да. А ты на этой полке, вон еще внизу же под полкой. Да, да, сейчас я туда лежу. Я еще здесь не все. 646. Жидкость тормозная, Нева.
половина. Это о чем говорит? А ну сейчас я понюхаю. Смотри, чернила для ручки. То еще. Мне просто. Слышишь, а забей в интернете ЗАЗ 968-84 год, тормозная жидкость. Применяемость. Сейчас посмотрим, может. Может, он и как раз это и лил. Битумная мастика. А где книга ты нашел? Вот. Тут только что лежал. Ага. Вот это? Да. Охренеть, влажная, правда, чуть-чуть. И оборудование это ЗАЗ. Высоковольтный. Высоковольтный, смотри, какой длинный. Да не, это какой-то с иномарки. Как он тут оказался? Одноименный порошок Макс. Упаковка. Дай пилу вон возьми, на стене висит. В дороге, может, будем пилить дрова. Мало ли шо. Справа, справа. А вот? Да. Смотри, так она и двугранная. Да? Видишь? Так это еще с войны, наверное. Наверное, похоже. Так, он что-то нашел. Что-то запрятанное. Что-то запрятанное, дефициты. Книги надо поискать еще. Если деньги заберете? Деньги. Так они же уже поменялись уже. Так. Бинт? Непонятно, сейчас. Уже точно не деньги. Не может быть. Лимонад. Да ну нафиг. А внутри? Это немцы забыли, отступали? Внутри что? Это что? Лимонад. Да нет. Я думаю. Охренеть. Сироп какой-то. Много чего еще? Так, прочитали в интернете, тормозная жидкость Томь. Так, это что? Это спички. Спички прятали. Но они промокли, как-то неудачно их спрятали. Тормозная жидкость Томь пишет. Но Томь, Нева, роса. Это из одного класса. Порошок Макс ищу. На дорогу. Ну, мало ли, постираться там. После оффроуда грязное можем быть. Пригодится. Ладно, вот это стопудово надо взять. Да, досточка хорошая. Это новенькая, да. Или заберете домой? Она будет домой. Меня уже знаешь, сколько их идет? Да, доска четкая. Будем завтра колбаску резать. Блин, чё ж Киев так далеко от вас? Вот тут еще клондайк. Слышь, а нам же кузов еще выносить, Макс. Давай ускоряться. Да, сейчас, Руслан, еще на второй этап можно залезть. Да, давай на второй. Так, вот это мы точно забираем. Так, книжка по Запорожцу забираем тоже. Да. Надо сейчас еще книги перебрать. Дисциплина от Горбуна. Да. Давай. От Горбуна такой? Да, да, это же маленький. Так, я тебе нашел книгу фельдшер-акушерка. Пятый месяц 88-го года. Мало ли, смотри. Мало ли, что в дороге. Это, кстати, от этого съемное, оно от желтого, это зеркало. Ты думаешь, мы по дороге будем... Зеркало съемное. Принимать роды? Ну, мало ли, что я возьму. Может... Поприкалываться. Может, что в дороге, непонятно. Будем читать. Кем ты будешь? Я возьму тоже тебе, почитаешь. О, смотри, какой мечик я нашел. О, машинный мечик. Хороший вообще. Как его еще взяли, загнули. Чтобы удобно было крутить без воротка. Да нету, наверное, сами. Хотя да, он обычно ломается. А что за книга вот? Без обложки? Подожди. А тут что-то про человека. Про мозг, тут суставы. Не знаю, надо нам. Радио. Малогабаритная радиоаппаратура. Ёлки, а кто у вас радиоаппаратурой занимался? Не помните? Я занимался. Да, занимались, да? Дед. Вы не только стреляли. Креслення. На украинской мове. Ремонт домашних холодильников. Прикол вообще. Это же надо, все были книги. Вот, лодки, это самое. Смотрите. Электроника на автомобиле. Руслан, от лодки. Белла Буна. Белла Буна. Была лодка. От лодки, что ты думаешь? А, да, клапан лодочный. Белла Буна, электроника на автомобиле. Это интересно. Тут, конечно, целое собрание сочинений на любую тему. От приема родов до
приусадебное хозяйство, наука и суспильство. Еще куча тут суспильства. Это все наука и суспильство. Так, какая-то книга. Руководство по монтажу радиоаппаратуры. Это вы занимались, да? Антонина Середина. Лампочки мы взяли, да, за то, что фара была. Подшипник есть. Это ступичный, наверное. Или коробочный. Мальчик и его добрые гномы. Добрый гном, Макс, выходи. Ничего такого еще не нашел, но интересно. Дверь на Горбатый, Макс, нашел. Елки, мы не зря. Стой, стой, иду. Где ты? Вот. Дверь на Горбатый, ё-моё. Не зря ты полез на такую высоту, рискуешь там. Блин, как протиснуть? Она может... А вот эту доски надо убрать, смотри. Да. А ну, а ну. Не, вот эту доску убрать. А ну пробуй, да. Вниз её так. Раз. Подожди, тут что-то упали, запчасти какие-то, блин, убьешь меня сейчас. Отойди. Принимать хуй. Принимаете? Погоди. Погоди. Дверь. Ой, ух ты, блин, легкая. Что, тяжелая лишь? А, она в сборе. Передняя дверь. Она в сборе. Там в горбуне нет задних. Я знаю. Со стеклом в сборе дверь. На Горбатый пороги. Ну, это, может, не на Горбатый, но... Хотя может и быть. Не, может и на Горбатый, кстати. Непонятно. Надо прикладывать. А раньше штамповали их на все подряд. Фара на горбун. Да, это на него. Фара. Нормально. Да. Недаром полез. Недаром полез. Ну как там? Есть что хочешь, да? Бак на Ригу. Бак на Ригу? Да. Или верховина, Рига. Нет, это Рига, да, это надешник. Бак, елки-палки. Короче, на раритетах сейчас отобьем дорогу хоть. Смотри, Руслан. Расход большой. Смотри, Руслан. Опа, резина. Можно точить. Хорошая. На отбойнике. Макс, что там, по Горбатому что-то ищи. Какой-то Руслан, уплотнитель. Тебя сейчас убьет. Как убьет меня? За рулем. 79-й год. Слышишь, за Зиловский, наверное, завод. Вон мосты большие. Макс там нашел. Журнал какой-то. Регистрации природных расходных классовых документов. Класс. Его, от Зингера. Да. Зингер ушел где-то на переплавку. Нет, кто-то его, я думаю, приватизировал. Ничего не стоит. Это пишут только, да. Ажиотаж, а их я потом почитал. Так, жидкость все-таки. Что ты делаешь? Стой. А я это... Тормоза есть, колеса не крутились. Я хочу сцепление оторвать. Прилипло? Да, ну просто прилипло. Оторвать. Это надо разгоняться. А. Выжать сцепление и... Ну это надо выехать для начала, или вытолкнем давай, или что? Заводится уже как новый. Да, сцепление могло прилипнуть. Так а выжим идет? Диск прилип к корзине, да? К маховику? Ну все вместе оно там. Так, а что ж придумать? Стой. Можем все-таки вытолкнуть на оперативный простор, чтобы не было тут. Ну типа туда? Ну на дорогу, чтобы можно было. Уже там и прокачать можно. Так, давай. А нету этого зеркала? Ну да? Ты же нашел зеркало. Да. Это же оно, да. Оно вроде прикручивалось. Не, там такая вставка. Где оно? Я тебе его... Я не знаю. Он заводит. Выкатили. Сцепление что-то не выжимает. Сцепление не выжимает. Тут сцепление гидравлика? Да. Да? А, гидравлика штучно. А ну, грязь, грязь. Стой, 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 стой. Вытруси. Да, пробуй. Заводись. Починили.
Тормоза, Макс! Ой, еще что-то... А там одна должна лапа стоять? Не-не, две. Ну, где-то одна не... Вот и заработал. Брызговички оригинал. Да я же не знаю. Нормальный, правильный автомобиль. Очень а? Я говорю, нормальный, правильный автомобиль. Сколько лет простоял, брынк. Самое смешное. Да он полностью в оригинале, на нем никто ничего никогда не делал. Это да. Я помню, я еще вот таким был, когда этот затор. Да? Появился, да. О, нашел. Качаем. Мы ж качали, только я был тогда под низом, тоже на таком же желтом. Да. Так, тормоза. Вот вы нам поможете. Да я уже говорил. Часы не работают. Все в оригинале. Да сейчас мы еще не дошли туда. Тут крышка тоже есть. Не работаем. Что там, Макс? Не сорвал? Там не получается. Качнуть. Да хотя бы вперед качнуть, да. Ну они жидкости ж не было, там воздух. Ну давай сейчас. Как, колеса вывернуть можем? Прокачаем. Давай. Аварийка работает. Немножко попало. Попала грязь, но руль совсем тонкий какой-то. Тоньше мизинца. Качай. О! Держи. Держу. Упала. Черная все. Ну сейчас дойдет до чистой. Давай. А сзади ты не открутил, да? Держи. Держу. Упала. Вперед прокачался. Сейчас, Макс, зад не получилось сразу открутить. Может, сейчас что-то открутим, хоть качнем пару. Дворников с Горбатого снять можно, если подойду. Завоздушен задний контур сильно. И сейчас уже пробили вроде. Воздух выпустили. Да, такая книжечка. Редкая, наверное. Так, долго качали, но вроде получилось. Сейчас тест-драйв тормозов. Все, долил, да? Да. А дай мне затряпку. Заглушки нету тут одной. Не тут, чтобы не краска не сдувалась. Да. Вверху? Как заводится, да? Дядя, не надо так. Мы только, блядь, дорогу сделали. Только дорогу сделали? Не, ну, я же его, блядь, работает. Да он ездил там же. Его пахан на вот этом Горбатом ездил больше, чем на вот этом. Это на 9 мая он играет. Работает? Четко, да? Да.
Ну, то, может, давление? Где какая лампа?